тренер команды СПГУ Максим Манерко. Максим, как вам игра сегодняшней команды? Своей. Ну, конечно, поначалу пропустили гол. Можно, на самом деле, даже это к лучшему, потому что ребята проснулись. После пропущенного гола они поняли то, что могут играть. Сделали два очень хороших момента. После забили свои моменты, игру успокоили и уже играли до конца. Соперник чем-то удивил сегодня? Чуть-чуть ожидал большего. По сравнению, как они играли с Калининградом и с Ростовом, чуть думал больше. Ну как в целом давалось? Игра легко обыграли? Ну, по счету, я думаю, видно. Спасибо большое. Спасибо.